В Украине, по подсчетам силовиков, постоянно находится до 45 воров в законе. Эти цифры могут варьироваться, так как часть законников периодически покидают страну. Об этом в беседе с изданием «Факты» рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, периодически количество коронованных сокращается до 30 человек. Это связано с тем, что кроме доморощенных в стране постоянно находятся иностранные воры. При этом патриархом воровского мира Аброськин называет Леру Сумского. Замглавы нацполиции также перечислил остальных известных авторитетов. Полтава, который находится, по данным ведомства, в Одессе, но при этом периодически проживает в Днепропетровской области. В портовом городе также ведет дела Шарик. Умка, по словам Аброськина, представляет молодое поколение воров из Днепропетровска. Недели проживает в Киеве, отвечает за всю область. Это самые известные наши воры в законе, именно украинские. Есть еще не граждане Украины или получившие гражданство сомнительным путем, рассказал генерал. Он также добавил, что чаще всего в Украину приезжают грузинские авторитеты, так как в соседнем государстве приняли закон, направленный на борьбу с данной категорией лиц. У нас их довольно много, преимущественно те воры, кто не являются гражданами Украины, в основном грузины, 25-30 человек. Это Антимас, Мело, Гелани и так далее. Список очень большой, заявил генерал. Он добавил, что как в глобальном смысле, так и в разрезе Украины, ситуация практически одинаковая, 70% воров в законе, это выходцы из Грузии, Азербайджана, Армении. Не забудь подписаться на канал.